Дальнейшее укрепление казахстанской модели идентичности поможет стране добиться значимых успехов на мировой арене. Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Атырауского института нефти и газа профессор Карим Утельбаев часто использует казахстанскую модель в своих лекциях. Ученый с 26-летним стажем защитил две работы по теме современных этнокультурных процессов и факторов развития современного общества. Он считает, что 5 предложенных президентом Казахстана институциональных реформ в ходе 16-го съезда Нур-Отан позволит не только создать современное общество, но и сформировать новые общенациональные ценности для всех казахстанцев. Я хочу остановиться на 4-й нации «Единая страна». Ну, Казахстан, как известно, это страна, где проживает свыше 130 национальностей, свыше 13 конфессий. И то, что достигнуто согласие, мир в такой многонациональной стране и обширной по территории, занимающей 9-е место в мире, говорит о том, что в стране проводится мудрая политика проживания, совместного проживания этносов и конфессий. Эта идея востребована, эта идея претворена в жизни, и она требует дальнейшего изучения и претворения.